Всем привет! Меня зовут Серега, и сегодня я хотел бы поговорить об абсолютно новом продукте. Нет, не от компании Apple, а от компании Jabra. Ни для кого не секрет, что компания Jabra производит наушники более 16 лет. Но тем не менее, в этом году они презентовали абсолютно новую модель. Jabra Elite Sport. Они являются абсолютно беспроводными. Давайте рассмотрим более подробно их. В комплектации входит у нас два вкладыша, на которых имеются кнопки управления. Это добавление, убавление громкости, перемотка музыки. Опять же, при необходимости можно отвечать на входящие звонки. Кстати, несмотря на внушительный размер данных наушников, они не сильно торчат из ушей. Опять же, при использовании их во время бега, либо гимнастики, или каких-то упражнений, данная модель не будет вылетать из ушей. Для более комфортного ношения в комплектацию входят два вида амбрашюр. Это силиконовые и спененные. Силиконовые обладают не очень хорошей звукоизоляцией и подойдут для людей, которые не очень сильно заморачиваются на внешние шумы. Вспененные, наоборот, полностью блокируют внешние шумы, и их более удобно будет использовать в том же самом, допустим, спортзале, где полностью блокируются внешние шумы. Также для данных наушников был разработан специальный режим, который использует внешний массив микрофонов, чтобы собирать внешние шумы. Данную функцию можно настроить таким образом, чтобы, допустим, выключать музыку и слышать только внешние шумы. Опять же, при необходимости можно добавить внешние шумы к музыке и, не вынимая наушников, общаться с кем-то. Как и большинство гарнитур от компании Jabra, данная гарнитура работает с приложением Jabra Live Sport. Но, тем не менее, было добавлено ряд новых функций. Например, если вы бегаете, есть специальная функция VO2 Max. Это 15-минутные тесты, которые работают в определенной частоте пульса, с помощью которых вы сможете отслеживать количество потребляемого организмом кислорода, что, в принципе, повышает качество вашей тренировки. Опять же, с помощью приложения и GPS на телефоне вы сможете отображать свой бег на карте. Специально для данной гарнитуры была разработана оценка темпа. Это анализ производится в режиме реального времени, и вы сможете получать рекомендации как на одну тренировку, так и о способности организма совершать пробежки на различные расстояния в целом. Если говорить о качестве звука данной гарнитуры, то она превосходит все ожидания. Она справляется как с низким диапазоном частот, так и с высоким. Опять же, в каждом вкладыше есть два микрофона, один из которых отвечает за ваш голос, а другой за внешние шумы с целью шумоподавления, благодаря чему улучшается качество разговора. У вас, наверное, возникнет вопрос, насколько хватает зарядки? Зарядки хватает всего на 3 часа, но для продления жизни у нас в комплектации имеется специальный футляр, с помощью которого можно продлить жизнь ваших наушников плюсом до 6 часов. Чтобы зарядить сами наушники, их достаточно снять из ушей и положить в футляр, где они будут заряжаться у вас, с помощью магнитной индукции. Чтобы зарядить сам футляр, у нас имеется в комплектации специальный кабель microUSB. Наушники обладают интересной опцией. Когда вы их снимаете из ушей, вынимаете из ушей, они автоматически включаются. Опять же, 15 минут зарядки хватает примерно где-то на час работы. В общем, это самые клевые и крутые наушники, которые когда-либо попадались мне. Они совместили в себе все самое лучшее от наушников предыдущего поколения и добавили что-то новое от фитнес-трекеров. И побоюсь даже этого слова сказать, они являются своеобразным фитнес-трекером, который повысит ваше качество тренировок. В общем, это клевые и крутые наушники, которые помимо высококачественного звука являются абсолютно беспроводными. Стоят они 19 990. В общем, не думайте, берите крутые реально наушники. Если понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду рад высказываниям с вашей стороны. Всех с Новым годом. Пока-пока.